Итак, ребята, в общем, мы немного опоздали. Это Эль-Медана, это центр города, это набережная. И у нас здесь организованный неорганизованный рынок. Получается, много палаток. Мы немного не успели. В общем, получается, целый день сидели, щелкали кое-чем. А только сейчас поняли, что у нас тут нифига себе рынок организован. И получается, мы здесь видим тех же ребят, которые и торговали, значит, на самом рынке. Получается, много уже мест, которые пустые. Но мы сейчас пройдемся и покажем цены на продукты. Здесь продукты питания. Agriculture, да, правильно? На продукты, которые как бы типа там мясо, а мяса нет. Да нет уже ничего. Мяса уже нет. Мы все это время просидели, как говорится, на пляже. Тупанули, так тупанули. Да. Лук почем? 1,2 евро. 1,2 евро. Зеленый лук. А это почему? Капуста это. Цены нет. Ладно. Картошка. Картошка красивая. Но цены нет. Так, ладно. Баклажаны 1,8 евро. Это то, что осталось. Ну, типа, все разобрали, да. Так. Цен нет. Уже собрали. Классное видео, да? Выставляют вот таким образом палатки, да, но только мы не поймем, почему сегодня только среда, а выпечка. Блин, написано везде, что рынок проходит только по выходным, суббота, воскресенье. Вот это нам непонятно. Да классно снимать вот свои палатки. Да классно, а цены еще лучше. Та-дам! Так, баклажаны 1,2. Ну там разные. Вот эти томаты 4. Совсем мелкие. Ну да, как горох. Здесь у нас огурцы 1,5 евро. Баклажаны. А, херня какая-то. Покажи. Это киванос. 2 евро штучка. Возьми в руку. Хрень, короче, непонятно. Рюшки, короче. Ну, мы видели, конечно, но мы не покупали никогда. Папайя. Кванто куэста? Кванто куэста? English. 150 per kilo. 150. Это 1,5. Thank you. 1,5 евро получается папайя. И евро получается пучок редиски. Ну, редиска большая, крупная. Блин, ребят, сори, ну вот прощелкали, но вот можно было. На посадку, скорее всего, посадить картоху. А, садить картоху. Ну да, ну 5 евро килограмм потом. Ну а что, на посадку нормально. И все, рынок заканчивается. Вот так вот замечательно можно провести время и не заметить. Рынка в двух шагах от себя. Вот так вот. Бабамс, а мы там сидим. И не видим даже, что у нас этот рынок организован. Ладно? Хоть бы мордой покрутили, да, не заметили.